Всем привет! Сейчас мы посмотрим, как сделать быстрые заметки. Такое меню слева сейчас сделаем. Выбираем заметки. Нажимаем. Здесь в правом верхнем углу нажимаем вот эту штуку. Выбираем здесь пункт «Быстрые заметки». И здесь опять же нажимаем на «Быстрые заметки включить». Изначально у вас будет написано там разрешение. Выбираем «Разрешить». «Разрешить» там. Теперь смотрите, слева у нас вот появились быстрые заметки. Что-то неправильно классно. Вот это вот очень удобно. Кстати, есть тут очень хорошая функция. Здесь можно сохранять страницы сайта. Сейчас я покажу, как это сделать. Выходим отсюда. Заходим, допустим, в браузер. Вот у нас есть такая страница. Статья. Берем в адресной строке. Нажимаем, здесь выбираем копировать, и тут появляются у нас выдержки. Выдержки, нажимаем на выдержки. Идет сохранение объектов. Все, сохранилось. Теперь как мы это в заметке сохраняем сайт? Допустим, я вышел. Вот, видите, сразу в заметках оно появилось у меня, в быстрых заметках. Раз, заходим. Все, сразу есть сайт. Очень удобно и классно, так можно какие-то нужные страницы сохранять вам. В общем, пользуйтесь. Всем пока.